Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы, наверное, себе сделаем уже продавца, которого я хотел сделать, чтобы покупать себе вот это. Золото, да? Хотя, вот что я думаю, ребята. Может, сначала идти себе нарубить деревья? То есть, как нарубить деревья? Нам же нужно яблоки, давайте, может... Если хотя бы будут выпадать, да, давайте хотя бы, может, 10 яблок сделаем, чтобы 11, нет, 12 яблок, чтобы прокачать Эмфороса. Ну, хотя Эмфорос это такое, как бы, мы его и так сможем прокачать. Шиндалура или Венозавра, так как этих нужно прокачать, да. Ну вот, одно яблочко уже есть. Одно яблочко уже есть. С этого не выпало. Фух. Ну хотя бы 10 яблок пускай там будет, потому что у нас вроде есть один раркенди, да? Одна. Мы же выбили или нашли? Вроде... Я не помню. Но вроде что-то такое. Я думаю, так быстрее будет, чем мы будем листву сбивать. Это как бы и дерево добываем, и... Есть шанс, что выпадет яблоко. Ну, если, конечно, оно там хочет выпасть. Выпадет. Сначала, я так думаю, может потратить то золото, что у нас есть, да? Чтобы уже мы его потратили. И чтобы, в принципе, у нас уже не было золота, да? А потом уже можно себе делать продавца. Я так думаю. Так, чё-то яблочки вообще не выпадаете. Но я не думаю, что если мы будем сбивать листву, то они чаще будут выпадать. Тут вот одно выпало еще. Я не думаю, ребята, что... Да, ну, в принципе, давайте попробуем. Если мы вот так будем сбивать листву, но мне кажется, что чаще от этого оно не будет выпадать. Нет, я не думаю, что оно будет выпадать так чаще. Там у нас еще босс. Боссов тоже нужно убивать, так как сделаем мы себе уже вот этого, как его, магазин, да, позже мы себе уже сделаем магазин. И будем продавать вот то все, что у нас есть. И уже даже потихоньку покупать себе алтари, я так думаю. Ну чё-то вы яблоки не падаете. 2-3 яблока выпало, и все, больше чё-то не падает. Нам нужно, я говорю, хотя бы там 10, пускай будет 10 яблок, это уже нормально будет. Или сейчас давайте найдем какое-то большое дерево. Где у нас большое дерево какое-то есть? Прям большое. Чтобы куча там листвы была. И попытаться с него выбить. Хотя бы там, если получится, сразу там пару яблок. Когда нужно куча. Куча вот тех всех больших деревьев. А вот сейчас... Чё-то я не вижу. Вроде и лес не маленький, да? Но все же, чё-то я не вижу. Там нету, а вот тут... Фиг его знает, на карте не совсем понятно. Ну, не совсем заметно. Ух ты, у нас уже еда. Все, еды у нас уже нету, ребята, нужно домой будет возвращаться. Яблочки же не будем кушать, да? Давайте вот сюда побежим, внутрь. В лес зайдем, да? Или что, это лес? Не лес, такой маленький лес какой-то. А что, реально нет больших деревьев? Давай прикалывайтесь, походу. Ну ладно, давайте тогда вот эти срубим. Чтобы долго вот это все не делать, давайте, может, еще пару деревьев срубим, да и все. О! Еще одно яблочко. Если бы отчет. А, и на шифте же. Если бы с каждого выпадало дерево хотя бы по одному яблоку, было бы нормально. О, там еще одно выпало. Отлично. Уже 5 есть. Так. Быстрее, наверное, топор сломается, чем мы 10 яблок себе насобираем. Мне так кажется.
Нет, что-то оно не очень так часто падает, но все же. Можно, в принципе, снорлаксов поискать. Точно, мы можем... Ну, хотя я не думаю, что быстрее мы найдем 10 снорлаксов, чем вот так найдем 10 яблок. Фиг его знает. Давайте уже еще 5 осталось. Я горюю, ребята, быстрее топор сломится, чем я еще 5 яблок себе выбью. Ну чё ты? Нет. Ну давайте уже тогда дорубим вот это до того, как сломается топор, да? Чтобы уже сломался, потом себе сделали новый, да, и все. О, еще одно яблочко. Потому что, в принципе, действительно нужно. Я хочу хотя бы потратить вот то же золото, которое у нас есть, да? Чтобы потом уже себе сделать магазин. То пока, мне кажется, нет смысла делать магазин, так как у нас есть еще золото. Давайте уже хотя бы этот топор доломаем. Фиг его знает, сколько там. И пойдемте домой, потому что, в принципе, у нас уже еды нету. Не всю мы картошку будем жарить. Хотя бы по шани. Хотя бы полстака оставить себе, чтобы посадить, да? Кто там? Не знаю. Не знаю, кто это может быть. Опять в земле, да? Диглет, ну кто же еще? Нет, тогда мы, ребят, даже туда не идем. Диглет нам уже не нужен. О! 7 яблочек. Ну, давай, 8. Нет. Ну ладно. Зато у нас уже куча дерева. Вообще реально куча, уже сколько там, 2 стака с чем-то. Ну зато уже почти что топор сломался. Почти топор сломался. 7 яблок. В принципе, ну не сможем мы прокачать там Шиндалура до 60 уровня. Нам нужно 11. Ну, не 11, нужно 10 яблок, так как один раркенди у нас уже есть. Так, нет, чё-то яблочки не очень часто падают. Ну давай уже, хотя бы ломайся, топор. Давай. Чтобы идти домой и сделать себе уже раркенди, да и все. О, еще одно яблочко. Ну и так мы до 10 не дойдем. То есть у нас сейчас 8 есть. 9 есть. Если с этого дерева выпадет, вообще офигенно будет. Фу, давайте. Потому что уже, в принципе, сейчас топор сломается. Ну что, давай, выпади. Нет, зараза, не выпало. А вот так я не знаю. Даже дерево до конца не дошло, поэтому не выпало. Ну давай, еще одно яблочко. Ну пожалуйста, яблочко. Ну давай. Ходишь, я слышу, ты там, да, но... Я не знаю, это ты, босс? Нет, вроде не ты. Ну давай, яблочко, ну пожалуйста. Ходишь. Не хочешь тебе подать яблочко? Хотя, если так считать, если мы сейчас прокачаем один уровень Шиндалуру, то, в принципе, даже ему не нужно будет. Он 59-й. Нет, не прокачает. Ну ладно, идем мы домой. Так. Нормально, ребята. Так, давайте, может, сначала поспим, я не знаю. Или давайте вот это все поскладываем в сундук. Куча тут вот этого сейчас. Это, да. Вот так мы... Ну, или что там у нас еще есть. В принципе, все. Это мы ставим сюда вот это, и вот это, сюда вот это, и вот так. И сначала мы идем спать.
О, у нас там же Арчин, точно. Я и забыл его забрать, если честно. Давайте заберем его. Покебол. Вот. Отлично. Фосил покемон. Нормально так? Отлично. Сейчас. Сейчас давайте-ка мы сделаем себе топорчик. И что я хотел? Тростник. У нас 9 этого. Давайте возьмем 9. 9 сахара. 9 глоустона. Нет, 9 нужно. 9. И что нам нужно? Как 9? Мы же даже себе 9 не сможем сделать. У нас просто-напросто золота не хватит, мне так кажется. 1, 2, 3, 4, 5. Хотя нет, хватит. 6, 7, 8, 9. Еще на 3 хватит. Сейчас как оно делается, если честно, уже и не помню. А вот так. 9 раркений. Отлично. Так, кого? Давайте, я не знаю, Шендалура прокачаем. Шендалура. Хотя нет. Его нужно хотя бы прокачать до 51 уровня. Прокачаем, а потом прокачаем его. Ну, до 60-го, да? Ну что, давайте начнем прокачивать его. До 60 уровня. В принципе, так мы и уровень себе поднимем. Чтобы потом что-то зачарить даже. Давайте полетим, не знаю в какую сторону. Сейчас можно куда-то вот туда, например. Да, давайте туда полетим. Нужно во все стороны полететь, чтобы джунгли хотя бы попытаться найти, а то капут. Новую биому мы уже нашли, пролетели океан или что мы там пролетели, но зато нашли мы уже новую биому. Зимнюю, да? Сейчас еще бы хотя бы зимний лес найти или фиг его знает. Так, это там у нас кто? Пиджи, туда можно. Идем мы, где ты? Вот. Иди-ка ты сюда. И вот. Так, отлично. Во, он 50 уровень. То есть мы уже его даже сможем прокачать, потому что у нас дома еще один раркинди есть. Но все же. Давайте попытаемся его хотя бы прокачать до 51 уровня. Куда мы летим? Ну, в принципе, да, можно вот туда куда-то. Так. Пиджи, да ты что, прикалываешься? Пиджи, где ты? Где-то ты вот тут, да? Вот. Шнур. Ну, давай. И вот так, отлично. Покебол. Давайте мы его возьмем. Что там выпало? Макс рев... Ну, нормально, Макс ревает. Так, ну, Макс ревает. В принципе, я не знаю даже. Мы его толком-то и не используем. Поэтому фиг его знает, будем ли мы его... Так, поэтому фиг его знает, будем ли мы его вообще использовать. Чё ты... Чё-то как-то или приглючивает, или фиг его знает. Да, есть такое, вроде. А фиг его знает, почему оно вот так иногда... Это даже не то, что приглючивание, это просто вот такие тормоза по пару секунд. Я не знаю, но это всегда так было. Или в Пиксельмоне, или фиг его знает. Когда ты перезаходишь, например, или когда ты долго летаешь, да? Диглет. И Одиш. Когда ты долго летаешь, то оно почему-то у тебя как-то... Вот так начинает приглючивать. Это действительно бесит. Да ну нафиг, да так даже играть нереально. Если бы он сам на меня не напал, то это бы... Я, наверное... Ах. Я просто так... Ух
ты, ребяточки, еще один мастербол. У нас три мастербола. Три мастербола, в принципе, офигенно, ребят. Так, сейчас, секундочку, я перезайду. Сейчас полетим мы куда-то. Фиг его знает куда. Так, ну что, ребят? А, юх, ты ж, я же еду дома забыл. Ах, ты ж. Ух, что делать? Идти домой или... Ладно, если не будем бегать, а будем летать, то, в принципе, еще хватит немного. Мне так кажется. Так, кто это там? Фиру, о, тебе можно. Главное не слазить с покемона, да? И так не кончится. То есть не будем голодать, мне кажется. Тут, да ну нафиг, мы его хрен догоним, плюс к тому еще назад возвращаться. Давайте-ка мы сразу полетим. Нет, догнали бы, но... Как-то не хочется за ним лететь. Три мастербола, ребята. Вот сейчас осталось джунгли найти и все. И сидеть там Мьюту ждать и просто охотиться на него. Ну что, дайте нам парочку еще покемонов-боссов. Чтобы еще ему один уровень прокачать, и в принципе. О, Инфернейп, нифига себе. Ну, в принципе, он нам даже не нужен. А это кто тут? Еще один Пиджи. А ты, о, ты тут. Да не ты. Вот, отлично. Ух, отлично. Так, он, нет, не прокачался. Но если сейчас еще найдем хотя бы одного-двух боссов, то я думаю, что он уже прокачается. Так. Это мы так поставим и дальше летим. Дальше мы полетели. Кто тут у нас будет? Ух ты ж. Джунгли. Ребята, то, что мне говорят, чтобы я уже установил себе новую версию Пиксельмона, я ее еще пока что устанавливать не буду, потому что хотел ее установить, но на нее еще не вышел Покерадар. Поэтому пока не буду устанавливать, нет смысла без Покерадара. Мы же и так на начале этого сезона играли без Покерадара, потому что на новую версию еще не было Покерадара, да, только, ну, не очень... Как это сказать? Не очень долго она выходила, но все же мы ждали, пока она выйдет, да. И если мы перейдем на новую версию, то ждать, пока она выйдет, тоже как-то. Когда она перейдет на новую. Когда выйдет на новую версию, вот тогда мы тогда, наверное, и установим. Сразу же и новую версию, и сразу же Покерадар. Думаю, так будет лучше. Что это там? А, это гора. Я думал, зимний лес или опять зимняя биома. Или это зимняя биома? Нет, это просто лес. Это просто лес. Как вот, что-то так, не знаю, ну просто джунглей вообще нигде нету. Нигде нету, чтобы их найти, я не знаю. Может потом куда-то полетим, просто-напросто будем лететь вперед, пока не найдем джунгли. Где ты там? Я же тебя видел, вот. Чем бы тебя ударить, вот. Да ну нафиг, ребята, еще один мастербол. Офигеть. Офигеть, ребята, два мастербола. То есть у нас уже, ну как два мастербола, мы вот сейчас выбили за пару... покемонов-боссов, мы выбили себе два мастербола. Только не говорите, что это... Это... Джунгли! На-ка, это что-то вообще как-то... И только что мы выбили Только что мы выбили вот этого. Только что, ребята, мы выбили мастербол и нашли джунгли. И еду нашли. И нашли еду.
Офигеть. Ну то, что мы нашли джунгли, это уже офигенно, потому что у нас есть нормально так мастерболов, да? И плюс к тому мы уже джунгли нашли, то есть уже может и мьюту зас... О, какой мьюту? Может уже и мью заспаниться, да? Отлично. Джунгли это вообще офигенно. Как раз уже сейчас стемнеет, но я не думаю, что будем и домой возвращаться, хотя фиг его знает. Ну то, что джунгли это уже офигенно, ребят. Это уже просто офигенно, потому что уже и мью может заспавниться, и в принципе уже мы можем и новых покемонов найти, да, которые спавнятся в тех же джунглях. Фух. Ну хотя бы то, что мы уже джунгли нашли, это уже офигенно. Так, это кто там у нас? Венон... О! Вот видите, уже новые покемоны, уже новые боссы. То есть, этого покемона мы еще даже до теперь не встречали, потому что джунгли мы не находили, да? Так, ты где? Ты где? Вот ты. Давай, ну, прокачай еще нашему Шиндлуру один уровень и, в принципе... А вот что мне интересно, в этой версии пишет ли в чат, что какой-то там легендарный заспанился? Ну как бы в предыдущей версии же писала, да? Сейчас я не знаю, может на них что-то нашло. И они просто-напросто это отключили. Фиг его знает. Ну фиг его знает, ребят. В принципе, до сих пор я еще и не видел легендарных, но... Может они и не спанились, а может спанились, но мы не видели, потому что отключили. Фиг его знает, ребята, нужно... Я не знаю, как проверить, но... Если они даже спанятся, то пишет ли оно в чат. А вот сейчас мы нашли джунгли, и джунгли просто нереально большие какие-то. Хотя я не знаю, большие или они очень, или нет. Только чтобы убедиться. Это фиг его знает, сейчас может летим, а там где-то Мил заспанился, да, но чат не пишет. Вот как оно грузится, подлагивает. Но, в принципе, да, вот тут мы как бы даже еще не были, да, поэтому и грузится. Так, это кто там у нас? О, возвращаемся, летим в ту сторону. Вот сюда, давай, давай, давай. И вот. Ну что, давайте еще ему остался один уровень. А он что, в земле? Он, походу, в земле. Опять начало глючить, потому что мы, в принципе, далеко пролетели. И вот так глючит. Ну, ладно, зато арбузика себе сейчас наберем. Арбузик. Туда я не хочу рыться. Так. Я думаю, давайте уже, ребят, домой возвращаться. Джунгли мы нашли, это уже, в принципе, офигенно, потому что... Потому что джунгли это офигенно, да, то есть уже и мью, уже, то есть и мью может заспавниться, если мы, например, будем пролетать над джунглями. Так. Возвращаемся домой, дом. А вот тут не глючит, да, потому что тут уже все прогружено полностью. Отлично. Шиндлур. Ну, в принципе, все, мы тебя уже можем сейчас прокачать. Вот тут у нас еще одна раркетка есть. Давайте прокачаем его до 60 уровня. Потом будем только винозавра прокачивать. Вот так, ребята. Еще Эмфоросу один уровень. И будут у нас три покемона 60 уровня. Сколько ему там осталось? Я не знаю, убьем ли мы этого и... Ну, почти там. Я не знаю, если мы еще сейчас парочку покемонов поубиваем, то может даже и уже прокачается. Вот там еще есть куча ип, но давайте... Ну, как куча, парочка есть. Если мы, например, еще какого-то там 50 уровня убьем, если кто-то из них 50 уровень, то уже нормально. Ох, ты не очень большой. Нет, да, там еще нормально осталось. Нет, там еще нормально. Ладно.
Ладно, ну, в принципе, до один пол уровня даже. Ну, как, пускай будет один уровень, да? Если так считать, то, в общем, нам еще осталось 13 уровней. 20... Нет, сейчас. 26, 29 уровней. 39, 49. Короче, нам осталось еще 50 уровней, в общем. На трех покемонов. Нет, ну 51, если считать Ампфероса. Нам осталось еще 51 уровень. То есть половину мы с них прокачаем и так, можно сказать. А половину... Половину может мы и Раркенди купим и прокачаем их с помощью Раркенди. Ну, это уже потом, говорю, ребята, в принципе. Хотя как потом? Мы себе уже сделали фосил покемона. Кто тут у нас? Мы себе уже сделали фосил покемона, мы уже, в принципе, можем себе даже уже делать, начинать магазины и, в принципе, уже делать магазин, ну, как бы, где продается золото, да? Поэтому, как бы, мы уже можем даже начинать и прокачивать покемонов. То, что нам нужно яблочки будет вот так находить, как мы пытались найти. А ну, может, еще... Ну, как бы, да, если этих убивать, например, с каждого по две штуки голд-наггетов выпадает. Ну, как бы не по две, да, даже по одной. Ну, как бы, то, это тоже не очень такой выгодный вариант, убивать там кучами персинов и мяутов, для того, чтобы там голд-наггеты, потом с голд-наггетов себе делать золото. Ну, это я не знаю, ребят. В принципе, да давайте уже на этом закончим эту серию. Хотя, фиг его знает, ребята. Вот, да, давайте еще вот это все по сундукам разложим. Ух, что я? Что-то не то. Вот это и вот это. Сейчас сюда вот это все. Ты что, охренел, что ли? Взялся, бежал, как ни в чем не бывало. И еще думаю, кто там возле дома топает? Он еще как-то так, или это случайно, или так специально как бы оббежал дом, еще и зашел, еще и возле меня стал. Четвертый уровень. Ты что хочешь? Еды на тебе. На. Нет? Ну ладно, посиди тут, если тебе нравится. Ребята, в принципе, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.